Ми вітаємо ефір нашої компанії, продовжує програма про спорт та спортивні події нашого Одеського регіону. І сьогодні ми будемо говорити в першій частині про дуже спритних людей на цій планеті. Я представляю наших гостей. Сергій Новожилов, засновник клубу Iron Club Одеса триатлоніст, учасник багатьох змагань, а також Євген Новосьолов, також триатлоніст і переможець нещодавнього Кубку України, який проводився в Буковелі. Я нагадаю, працюємо у прямому ефірі 638-638. Телефонуйте, ставте питання нашим гостям. Також заходьте на нашу Фейсбук-сторінку, її адрес також бачите на екрані. По-перше, хочу звернутися до Сергія. У вас багато місяців не можна було зловити в Одесі, десь постійно в якісь змаганнях брали участь. Ну, розкажіть, можливо, там з початку року, де брали участь, в яких забігах? Ну, может быть, из-за того, что нельзя было словить это виной все и тренировки, и работа, потому что очень большую часть времени все-таки нужно уделять тренировкам. Соревнования – это уже проще. То есть тяжело в учении, легко в бою. А с начала этого года, то есть зимой, была большая базовая подготовка к наступающему сезону. Брал участие в одесских соревнованиях, были в Одессе соревнования по акватлону, плыть, на следующий день бежать. Было соревнование часовой заплыв, был часовой и двухчасовой заплыв, я принимал участие в часовом заплыве. И куда доплыли за годину? Фух, то ли 3200, то ли 3300 метров проплыл. Потом принимали участие уже в одесских забегах. Это весной стартовали там Вестник весны, студенческий забег, потом там Шричинмоевский, Шричинмоев, половинку бежали, да. И потом был перерыв небольшой, то есть опять снова подготовка. То есть обычно есть подготовка, соревновательный период, потом снова подготовка. И вот 14 мая был у меня первый старт на половинке айронмена Франції. Тобто я розумію, що взимку ви не припиняєте змагання, це не період покою, все одно там в такому ну, в бувають такі соревнования, але це соревнования не ті, на які ти ставиш пріоритет, не ті, які ти прям підготовлюєшся, всі сили на них тратиш. Отже, останні змагання у вас були у Франції, як ви там взяли участь? Так, да, у Франції у мене були соревнования половинка, это... Половинка – це, половинка поясніть Iron Man, нашим да, глядачам, це може бути 50 метрів. Ми 2 кілометри плили в озері, потім 90 кілометрів їхали по горам. І 20, на велосипеді. І був там хороші гори, набор висоти на протяженні 90 кілометрів составив 1300 метрів. Тобто ноги забились, і після цього ми ще біжали 21 кілометр. А набір висоти з якої відмітки? Це з нуля? Це взагалі набор висоти на протяженні всієї дистанції. Ага. Тобто там, грубо говоря, з рівня моря і вище, я не пам'ятаю, там скільки ми набирали метрів, 500-600, може бути. Тобто ви вже були в такій опять зоні, де було важкувато, да? Ну, звісно, важкувато було підніматися, опускатися. Ну, кстати, спускатися, от мені тренер говорить, подниматься легко, ты научись спускаться. Я говорю, я тебя не понимаю. После соревнований пишу, говорю, что представляешь, еду, там, а там серпантин трасса, влево, вправо, там ничего не заметно, и скорость там развивается хорошая, там 80, 85, 90 км в час. И ты на поворотах тормозишь и боишься вылететь, и ты смотришь, люди лежат, ну, слетевшие с трассы просто, окровавленные. Ну, у них там были уже парамедики на месте, им оказывали первую помощь. Просто это небезопасно. Да, я там написал, говорю, что при спуске увидел столько случаев. Он говорит, ну, я же тебе говорил, что спускаться сложнее. И, то есть это, я понял, что в чем намек. Это у вас уже были не первые змагання, так, за кордоном? Ну, это уже, да. В прошлом году я делал также мы уже общались, делал половинку в Турции и в октябре, и в августе делал в Польше. В этом году я планирую вот в мае сделал уже половинку, да, на следующей неделе я делаю в Италии, и самый главный старт у меня расписан на 13 августа, это уже полный Ironman, это 4 плыть, 180 километров на велосипеде ехать, и потом добежать 42 километра. Так. 195 метров.
Ну, я в общем не считал. То есть в этом как бы... Чи ви задоволені поїздкою в Францію? Як ви там все, всі питання вирішили, всього домоглися, чого там якісь... Ну, хотілося дуже сильно... У мене була ціль вийти із 5 часов, то есть 4:50, 4:55. Не получилось из-за того, что были большие горы, ноги забились, и на беге я не смог себя раскачать, потому что забитые ноги, и сложно было бежать. А вы не знали про то, что там... Я знал, естественно, знал, я просто не предполагал, что так организм себя поведет. Но у меня было 5:08, то есть 8 минут я 8 минут вышел из... Близко. Ну, как, я на самом деле очень доволен, потому что это первые соревнования в сезоне были, именно триатлон старт. А на первых соревнованиях идет такая раскачка. То есть потом мы вот с Женей, ну, клубом у нас был выезд, мы в Буковеле стартовали. То есть в Буковеле уже было чуть веселее, интереснее. Но тоже как бы за 20 километров 600 метров набора высоты, это очень горные соревнования, там сложное вело очень. Давайте уже перейдемо до Буковелі. Євген, розкажіть про ці змагання. Ви там їх виграли, так? Да, я победил среди любителей. Соревнования были очень интересные в плане того, что были в этом году крайне тяжелые условия, как сравнивали организаторы их с... Есть такой экстремальный триатлон в Норвегии, проходит Норсман, там где очень холодно, всегда ветра, горы. Ну, в общем, это самый тяжелый триатлон. Это просто там гонка на выживание. Вся дорога идет вверх, и ты плывешь по 14-градусной, по-моему, там в воде. Ну, в общем, в Буковеле вода была 13 градусов. Было очень свежо. Шел дождь. И шел дождь, да. Воздух был где-то градусов 14 тоже. Я перепрошу, в Буковеле, это же там десь... Карпатах, да? Да, в якому, в якій річці ви там плавали? А там озеро прямо в Буковелі искусственное, а не новое. Озеро Молодості. Да, назвали его озеро Молодості где-то 2 года назад. И оно по дистанции как раз очень хорошо под триатлоны подходит. Вот. Як ви готувалися до 13-градусної температури в Одесі? В морі купалися? Просто надіялись на лучше. Ну, тут нужно понимать, что мы плавали в гидрокостюмах. А, тобто це допускається. Ну, еще как готовились. Это не то, что допускается, в такой температуре это обязательно. То есть без них даже не допускали к соревнованиям. Дисквалификация на месте. Вот, и, ну, вода, в принципе, была еще... не самым большим испытанием, куда тяжелее было на велоэтапе, потому что мы сразу из воды, мокрые, без одежды, поехали в эти горы. Дороги все мокрые, спуски штурмовать страшно, опасно по мокрой трассе, и ветер сильно продувал. В общем, действительно было тяжело на велоэтапе. Потом, когда спрыгиваешь с велосипеда, начинаешь бежать, понимаешь, что там ноги отмерзли, там кто-то просто падал на пол вообще от неожиданности. Ну, в общем... А беговая часть как пошла? Беговая часть... Відпочивала уже, отлично, да? Потому что у меня бег — это самая сильная сторона в триатлоне. Я, в принципе, понимал, что там уже и близко никого преследователя нет, ну и можно было бежать так. Не сильно напрягаясь. Там можно вам уже было и не в любителях... брати участь, да, десь в професіоналах? Чи це вже пізно, чи рано, як тут у вас? Ну, я такої цілі не преслідую, в принципі. А Буковель – це ж теж не на рівні моря, це теж якась там висота, да, метрів 500-600. Ні, там навіть точка старту на 1500. Ось так. Тобто це теж відчувається, і в нас в Одесі немає таких умов, як готуватися, так? Ну, да. І тому питання, як ви до цього підготувалися все одно? Там ж були місцеві, хто міг би там тренуватися? Ну, подготовка какой-то специфической под горы не было. Тут тоже, ну, для меня лично эта трасса очень подходит и дает мне преимущество из-за того, что я легковесный и в горы очень быстро поднимаюсь. Вы уже не первый, так, брали участь в Буковеле? Да, я первый раз участвовал там в прошлом году, там дистанция в 2 раза длиннее была и тоже победил. Тобто це був, якщо в 2 рази, це був справжній залізна людина, так?
Справжній айронмен був. Ні, там олімпійська дистанція була. Це в два рази длиннее, там полтора плить, 40 їхати. Що це тепер дає вам, як переможці Кубка України, що далі? Це які переваги, це дає вам якусь можливість десь брати участь в інших змаганнях, десь переходити на професійний рівень? Нічого такого, в принципі, просто... Побіда. Тобто триатлоністи, стимул, да. Залізні люди – це люди, які просто збирають медалі, беруть участь в таких змаганнях і, в принципі, велику ідею якось там не переслідують, стати чемпіоном. Ну, смотря в яких соревнованиях. То есть серії Iron Man, там, если ты очень хорошо выступаешь на каких-то этапах, ты можешь получить так называемый слот, место на чемпионат мира, который проходит раз в году. Там, если это полный Iron Man, он в Коне, на Гавайях всегда происходит. Вот, если это полуайронмен, вот сейчас будет разыгрываться в этом году в Южную Африку места на чемпионат мира. Ну, то есть там это считается как бы высшей целью. Просто престиж брать участь в таких змаганиях, так? Да. Потрапити. Ну, смотрите, там получается каждое соревнование выделяет, ну не каждое, там какому-то соревнованию дается определенное количество слотов, чтобы для этот главный старт. И если там в своей возрастной ты там попадаешь в какой-то там призы, то ты можешь типа взять этот слот. Если ты не берешь этот слот, то там есть два, по-моему, варианта попасть на эти соревнования. Либо попасть все-таки в призы взять, либо купить на eBay, то есть там аукцион. Чтобы для сравнения можно посмотреть эти аукционы и смотреть, за сколько там покупают эти билетики. Там, я посмотрел в этом году, последние там за два месяца, там, за два аукциона, два билета было разыграно. Один купили за 57 тысяч долларов, второй за 55. То есть, грубо говоря... Всего лишь, так? Да, всего лишь. То есть, грубо говоря, цена того, чтобы попасть туда, на этот старт, насколько люди действительно хотят попасть именно на финал, на этот главный старт в сезоне. Да, обожающих вот. Там сколько людей стартует? Таких crazy. Ну, там на старте 3 тысячи людей. Две или три. То есть, всего мира. Ну и нужно понимать, что даже если ты квалифицировался в соревнованиях, получил этот слот, то его тебе тоже нужно купить там минимум 1000 долларов. Все равно треба... Нет, там, по-моему, 195-650, по-моему, евро он стоит. Євгене, що далі після Буковелі, куди збираєтесь, які гори покоряти з велосипедом? Ну, у меня на этот год план, основной старт, это в конце августа... Дистанция Polo Ironman в Австрии будут соревнования, тоже горные. Неделю назад я первый раз прошел Polo Ironman дистанцию на украинских соревнованиях «Славянская хвиля». Они уже 10-11 лет подряд проходят, такие традиционные. Вот, в Белой Церкви тоже традиционно поучаствую, там короткая дистанция, спринт. І після цього буду готуватися к головному старту вже в Австрії ціленаправлено. Про те, як ви готуєтесь, ви розкажете після невеличкої перерви. Я пропоную нашим глядачам подивитися про ось найближчим часом. У нас відбудуться в Одесі дуже великі змагання. Це був забіг, півмарафонський забіг. І про те, як він відбувався минулого року, я пропоную зараз подивитися на екранах.
пинок на голову. Первое место на пьедестале, Одесса Кап Марафон 2016. Ми продовжимо розмови. Зараз ми продовжимо говорити про залізних людей. Ось розкажіть, Євгене, ви ж брали участь в цих змаганнях, щойно ми показали. Це просто був просто забіг, біговий, не триатлон. Розкажіть, що у вас залишилось в пам'яті після цих забігів? Хороший забіг, інтересний, тому що проходить траса. Прямо по городу, по трассе здоровья. В центре? Да, в центре, то, что перекрывают, это классно. Было очень жарко, несмотря на то, что старт был в 9 утра, то где-то к 10 уже температура за 30 поднялась. И также там приличный набор высоты на дистанции под 200 метров. То есть, ну, это явно сюда не приезжают те, кто хотят рекорды какие-то в полумарафоне поставить, потому что время у всех там получается процентов на 5 там ниже, чем обычные результаты на прямых стартах. Взагалі наши пагорби на трассе здоровья, вони мало кому подобаются. Да, на них нужно тренироваться, чтобы потом было легче преодолевать на соревнованиях. Яким вы прибегли до финиша? Я прибежал в абсолюте, по-моему, 10-й, а в возрастной категории 3-е место занял. Зараз у нас вони знов будуть проходити ці змагання, знов в Одесі, в центрі старт, біля оперного театру 25 червня. Чи ви там будете брати участь, чи ми вас там побачимо, когось з вас, можливо, Сергій, можливо, вас? Ну, і да, я буду, вже зареєструвався. Ти бачиш, так, да? Я еще не регистрировался, но посмотрим. У меня на следующей неделе будет половинка Ironman, и получается, я приеду и сразу стартовать еще половинку бежать. И я не знаю, восстановлюсь или нет. Может быть, я побегу там какой-то 5 или 10 километров там для себя на время чисто. Поддержать соревнования. Розкажіть нашим пересічним глядачам, громадянам, які ось дивляться вас, як готуватися до таких випробувань, знущань над своїм тілом, ви щось там особливе їсти, спити якось, не, можливо, взагалі не спити, що, як ви готуєтесь? Ну, крім того, що просто бігаєте, ну, давайте, Євгене, з вас. Ну, скажімо так, триатлон – це не тільки плавання, біг і велосипед. Это как бы много дисциплин, которые все нужно соблюдать для того, чтобы успешно прогрессировать и выступать в соревнованиях. То есть это должно быть правильное восстановление, правильное питание, здоровый сон, растяжка, там, физические спецупражнения и так растяжка? Далее. Растяжка? Есть, да, растяжкой тоже очень важно заниматься, потому что чем лучше, чем более гибкие мышцы, тем эффективнее получается движение, меньше на них потом тратится энергии. То есть триатлон, ну, когда любитель приходит в него, он видит только там три дисциплины, он плавает, бегает, катается. Но со временем ты понимаешь, что это реально целый комплекс, и он начинает диктовать тебе твой стиль жизни дальнейший, если ты хочешь развиваться в этом. То есть меняешь свое питание, там, следишь за сном и так далее. Тобто вже меняется полностью життя, так? Пристосоване, да, для... можно так сказать. Хто у вас тренер? Хто тренує вас? Тобто я бачу спортсменів, але не бачу тренерів. І хтось за вами доглядає, чи правильно бігаєте, правильно спите. Ну, от у Сереги много тренеров, пусть он расскажет. Чи ту їжу ви в себе... Це тільки що були совети, як зайняти перше місце в триатлоні. Я розкажу про тренеров. У мене є один тренер по триатлону, він працює зі мною удаленно. Ставит задачи, то есть постоянно каждый день я пишу свое самочувствие, он мне рассказывает, что там делать завтра. Ну, вот план на неделю вперед. Он не в Одессе? Он не в Одессе, да. Он мне план на неделю вперед рассказывает. Он чемпион Европы, чемпион Украины, неодноразовый. Поэтому... Можете назвать его прозвище, что это не таємниця? Ну, Алексей Сюткин. Сюткин, так. Сюткин, так. А в Одессе у меня есть тренер по бегу.
Валерий Федорович Настаченко, тоже он тренирует многих профиков одесских, там, Валентину Полтавскую, Кристину Богомякову. Христина, вона взагалі, до речі, спортивним орієнтуванням займається. Ну, не знаю, більше. Зараз теж і муж її. Вже перейшла на біг, так? Ну, так. Да. Потім по плаванню у мене теж тренер в Одесі. В клубе фитнес-клуб «Форма», там чемпіон міра по плаванню, вообще учасник Олімпійських ігор. Тобто над вами ціла лабораторія працює, науковців, щоб ви якось там... Щоб ми їли, спали там. У Франції нормально збігали. Ну так, да, от я пишу тренеру, говорю, слушай, мені плохо там. Ну я простивший був, у мене нос не дышит. Я говорю, все, мне надо не ехать сегодня на тренировку, мне надо отдохнуть. Он говорит, садись на 20-м, на 10-м километре, у тебя нос пробьется, будет хорошо, все, ничего не хочу слушать, давай езжай. Допомагає? Ну а что делать? Ваші наступні змагання, куди збираєтесь їхати? Де? Ну, наступне змагання – це следующая неделя Італія-Піскара, чтобы они, старт будет в воскресенье. В субботу там надо будет заставить все свои спортивные equipment в транзитку, поэтому надо там быть в пятницу, чтобы уже там забрать свои стартовые номера, в субботу утром проснуться, сделать какую-то тренировку, там какую-то акклиматизацию, прокатиться на велике, там посмотреть часть этой трассы, потому что там тоже горный этап у нас будет, и пробежаться вообще, попробовать поплавать в море. Но все это там, часть покататься, 20 минут забежаться, еще там потом минут 15-20 поплавать, и поставить себе, разложить в транзитке велосипеды, там кроссовки и так далее, и потом отдохнуть перед стартом. Мені довелося побувати в житті в Пискарі, саме в цьому місці. Я вам скажу, це дуже схоже місто на Одесу. На майже так, ну, не така, як у нас траса здоров'я біля моря. Дуже-дуже багато схоже, дуже таке стародавнє місце, місто і багато таких приємних будинків. Ну, якраз у нас теж там бігова траса, смотрю, йде вдоль моря. И посмотрим, как там будет. Там жарко будет, это я не хочу, жару. Сегодня я хорошо побегал, сегодня у нас дождь пошел, это вообще отличная погода для бега и для старта. Вот что-то в Буковеле действительно, как Женя рассказывал, было холодно, там все, дул ветер, холод, шел дождь, но, наверное, лучше так, чем 36 градусов тепла. Хочу запитати вас про ваші клубні справи, як ви там розширяєтесь, про ваш Iron Клад, Одеса. Club. Скільки у вас там вже членів? Ви ще півроку тому як відкрилися? Що зараз? Ну да, ну у нас що? У нас зараз раз, два, три, чотири, п'ять членів. А розширятися, ну тут, понимаете, это надо найти. Ну, человек, если он хочет этим заниматься, он нас найдет. А, ну, чтобы этим заниматься, надо, как Женя уже объяснил, это стиль жизни меняется на там вот на триатлоны. Ты там кушаешь там во время кушаешь, выбираешь, что кушать, там тренировки по плану, там это надо все смикшивать с работой, с отношениями, там не ходить там вечером на какие гульки, потому что уже на это времени нет. И 90% бюджета тратит на снаряжение. Да, то есть на снаряжение. И на поездки. Вот кому это надо, скажите? И на транспортировку себе. Кому это надо? Из-за того, что это такие со всех сторон ограничения, то ну, сложное развитие этого спорта у нас происходит, потому что это как-то... Ну, ви потрібні самі себе. Ну, как-то да. Я вам бажаю удачі. Після Італії у вас ще буде великий старт в серпні місяці. Да. Так? Ну, я так гадаю, що після Італії ми знову зустрінемось з вами. Бажаю вам успіхів і повертайтеся до нас, до нашої студії. Я гадаю, що в першій частині ми сьогодні говорили про наших залізних людей. Саме Сергій Новожилов, засновник клубу Iron Club Одеса, який чекає на всіх залізних людей, які в Одесі займаються триатлоном або просто бігом і хочуть себе вдосконалювати. А також Євген Новосьолов, триатлет, переможець нещодавно Кубку Одеси, який проходив в Буковелі. І вам зичу удачі в Італії, в Австрії і в наступних змаганнях. І невеличка пауза, і після цього ми продовжимо наш ефір. Спасибо.
Наші тріатлоністи вже побігли на свої тренування. Ми продовжуємо розмову і зараз будемо говорити про мій особисто найулюбленіший вид спорту, про бадмінтон. Я представляю наших гостей. Отже, у нас Володимир Кізима, майстер спорту з бадмінтону, і який ще також тренує наше молоде покоління. Також у нас і Дар'я Сибірякова, тренер, майстер спорту з бадмінтону. Далі у нас Володимир Кулузаєв, шестиразовий чемпіон України, який, до речі, дуже молодий.
молодий для цього. Олександр Кізима, також майстер спорту, і білорус Ірина, тренер, також майстер спорту. Скільки у нас сьогодні майстрів спорту з бадмінтону? Я нагадаю всім, ми працюємо, продовжуємо працювати у прямому ефірі. Телефонуйте, заходьте на нашу Facebook-сторінку. І перше питання до Володимира, ось про ваші змагання. У вас сьогодні багато людей в нас в студії. Скажіть, що у вас були за змагання, що, чому ви раді такі? Вообще много событий прошло за последнее время. Вот мы поэтому решили на эфир собрать, собственно, самую молодую перспективную команду тренеров и самого подающего надежды спортсмена. Вот. В общем, на самом деле, то есть за последнее время были и прошли и первенство вузов, то есть студенческий бадминтон. Вот мы начинали его в прошлых встречах, мы говорили, что мы начинаем его развивать. У вас была лишь идея распочатать в вузах, пропагувати. Да, идея развить бадминтон в педуниверситете. Мы успешно за год с этим справились. То есть команда педуниверситета, тут, кстати, два представителя, это Саша и Даша, вот, заняли второе место после как бы лидирующей стройки, в которой мы работаем давно. То есть мы там долгое время в этом зале, соответственно, вот, преуспеваем. Это соревнование среди лишь одесских, да? Да, вузов. Это соревнование среди одесских вузов. Ну, собственно, команда и сложилась в итоге из двух университетов. Строительной академии и педуниверситета. Вот у нас два представителя, кстати, которые ездили на чемпионат Украины. Да, университет. Да, на украинскую универсиаду. Вот. Вообще за последнее время, то есть много прошло, сейчас только-только закончились вот детские соревнования 2005-2006 года рождения. 4-5 и вторые какие были? Четвертый был. И а, четвертый для детей, которые 2004-2005 года рождения. Детство очень хорошо виступила. От. Давайте про університет. Це ж таки цікаво. Ось ви прийшли по аудиторіях восени, так, набирали групи, людей. Скільки людей відгукнулися на те, щоб займатися з вами бадмінтоном? Скільки ви зібрали взагалі охочих? На самом деле команду мы собрали из 10 человек, ну и есть еще как бы те, кто растут. В следующем году мы педином выставим две команды. Uh-huh. Вот, и пойдем в дальнейшие вузы. То есть мы, я думаю, водный университет, может быть, народного хозяйства подтянем к бадминтону и соберем действительно такую студенческую... студенческий массив, да, чтобы у нас первенство вузов проходило, наверное... Идеальный вариант у нас вот в бадминтоне ориентироваться, у нас сейчас флагман города такой Харьков, у них там и школьная лига проходит, и студенческая лига проходит, в общем, не знаю, как у них там. Там багато просто вузів, це говорять, студентське місто. Нет, ну, у них... Є з кого вибирати. Не то, что много вузов, у нас тоже достаточно много университетов, 18 университетов, по-моему, в Одессе, 18 вузов. Ну. И лише 10 людей пришли вам занимать? Нет, 10 людей, это конкретно с педуниверситета. Вот. В следующем году их будет больше. Вот, а всі ці люди, вони колись до цього, до вашої зустрічі займалися? Ну, два мастера спорту, які були лідерами команди, звісно, займалися. Чуть-чуть слышали. Вот, вони, да, видели ракетку, видели валанчик, уже и Саша, я ж, по-моему, второй год тренируют. А, да? Даш, ты какой год уже тренируешь? Ну, год второй. Вот, они уже два года тренируют детей, то есть успешно выступают. То есть, у нас вообще такой играющий мастерский коллектив тренеров. У нас специально вот собрали. Я это пометив, я каждое прізвище всюду да. Мастер спорта. Тобто студенты подключаются дуже активно до бадминтона. Что да. их приваблює? Это ваши змагання, тренування? Ну, на самом деле, то есть, сейчас постепенно у нас из вузов физическая нагрузка, физкультура постепенно она была. Там три курса ставили зачеты, меньше. И вузы идут на такую, на систему секций. Это очень правильно. То есть человек выбирает для себя секцию, и ну, бадминтон под это идеальный вариант. Можно начинать заниматься от 5 лет. И то есть там ветераны-любители, которые еще как-то между собой соревнуются там, в возрасте 70 лет. Есть чемпионаты Европы. Да, есть чемпионаты Европы в возрастных группах там. То есть 55 плюс, 65 плюс. То есть идеальный вид спорта. То есть каждый может себе иметь ту нагрузку, которую он хочет. То есть
не перегружая себя и, то есть, и держа себя в тонусе. Вот. И, ну, как бы, поэтому студенти ну, йдуть активно. Вот. Навіть ті, хто до цього не займався ніколи. Так, звісно. Їм просто цікаво, так? Да, ну, вони щоб не бігати там 5 кілометрів по колу. Ну так, да, на самом деле, то есть, ігровий вид спорту завжди легше. То есть, нагрузка большая, але воспринимается вона легше. Ти як-то хочешся в ігрі, особливо, ну, поэтому популярність ігрових видів спорту, вона така значительно більше, ніж. Ну, зі студентами вже більш-менш зрозуміло, тепер що у нас з молодими людьми, зовсім маленькими, як у вас, хто, чим там ви можете порадувати нас? Ну, якими успіхами? От у нас Іра була секретарем останніх турнірів і вона останнього чемпіонату, і у неї, собственно, вона в курсі от абсолютно всіх результатів. Ірина розповідає, нам розкаже от за самих ярких у нас представителей. У нас і найбільші результати. Чемпіонат 2005 року народження. В прошлом году мы по этому возрасту заняли третье место командой мальчиков. В этом году мы поднялись. Третье место да, в Украине. Третье чемпионат Украины. Mm-hmm. Это был, да. Мы каждый год проводим чемпионаты Украины по конкретному возрасту. По этому возрасту, по 2005-му, он в прошлом году проходил в городе Днепропетровске. Мы заняли третье место. В этом году он проходит у нас. Мы заняли второе место. Mm-hmm. Тем же самым составом, дети на год младше, вся команда на год младше, мы заняли второе место, это очень большой результат. А первое место кто поседает? Первое место занял Николаев. И в минулом уроке, и зараз да, так да, то есть первое место не поменялось. Mm-hmm. Первое место как бы в этом возрасте, они лидируют, потому что у нас нет 2005 года рождения. Мы выставляли младших ребят. На следующий день после окончания начался чемпионат 2004 года рождения. Несколько лет мы все занимали второе место, второе, второе. В этом году он последний, в следующем году они переходят в личный чемпионат. И мы все-таки одолели наш рубеж, и мы заняли первое место, мы стали первыми. Мы одолели тот же Николаев. Ну, было приятно. Ким можете назвать какие-то прізвища, кто заробив перше місце? У нас ведущий спортсмен Вова Калузаев, уже 2004 года рождения. А я ось читаю, він шестиразовий чемпіон України, так? Да, он участвует во всех чемпионатах України. 2004, 2003, 2002, 2001 год рождения. То есть на 3-4 года старше себя ребят. Он играет, он выигрывает, он подает надежды. Володимир, розкажи, коли ти встиг виграти 6 разів чемпіонат України? Ну, більше всього в прошлом году. Угу. Як? Ти постійно там кожен місяць їздив? Розкажи докладніше, як да, це відбувається. Я за 3 місяці об'їздив 7 соревновань. Угу. Це які? Чемпіонат України, турніри. Угу. Хто у тебе там такий переслідувач, з ким ти найбільше сперечаєшся, хто там найближчий переслідувач до тебе? По моєму году? Так. Ну, із Николаєвої спортсмени і із Дніпропетровської, із Харкова. Тобто Миколаївська школа, вона і тут завжди до вас, так? Хто у тебе тренер, хто тренує? Ірина Володимирівна. Ірина Володимирівна. Розкажіть, як багато часу треба приділяти тому, щоб молодий хлопець став чемпіоном? У него тренировка проходит 6 раз в неделю по 2-3 часа. На каникулах мы тренируемся 2 раза в день. Утром, допустим, кросс у них час, вечером у них 2-3 часа тренировка. Это общая физическая подготовка, это специальная физическая подготовка, это работа с воланами, работа с мячами, с теннисными, всевозможные упражнения. Ну, летом у нас 6 раз в неделю тренировка. Вне лета у нас тоже 6 раз в неделю тренировка, но... Володимир, розкажи, як давно ти почав займатися бадмінтоном? 5 лет назад. Ти пригадуєш свою перше тренування? З чого все починалось? Да. Ну, розкажи. Ну... Чому взагалі прийшов займатися бадмінтоном? Це особливо 5 років тому? Це було не також і популярно? Меня папа привел. Так. Он бывший бадмінтоніст. Угу. А ти хотів взагалі займатися бадмінтоном? Так, да, дуже. Ну, ось ти прийшов в секцію, і що? Що? Тобі дали ракетку, чи сказали, будеш чемпіоном шестиразовим? Ну, сказали, тренуйся. Тут не загадуєш. Потім посмотрим.
Які у тебе наступні плани? Ось 6 разів ставати чемпіоном України, це не скучно? Можливо, вже набридло? Ні. Скільки разів хочеш стати чемпіоном? Як мінімум 20, да? 10. Скромніше. Там 20. Поруч сидить тренер, да, який наразі 8-разовий, так? Чемпіон. Да, чуть-чуть ще не дотягнув. Ну, у нього є... Большие задатки, даже больше, чем у меня, я думаю, намного. Олександр, розкажіть, ви вже завершили кар'єру спортивну, чи повністю перейшли вже на тренерську? Нет, я это дело плавно растянув. Ми стараємося і участвовать в універсіадах, і в лігах всяких, всяческих, і в суперлігах, в первых лігах. То есть, если есть возможность и есть желание, то мы ездим, участвуем. А ви їздите це лише по Україні, чи можливо якийсь ріст там, на закордонних змаганнях, це, чи це ще зарано для нас? Конкретно зараз ми їздили на універсіаду, от недавно, це була всеукраїнська універсіада, ще теж недавно я участвував в лігі, теж всеукраїнської, але в принципі от Вова, він їздив за границю, в Європу, участвував в чемпіонатах Європи, у нього тут навіть представлена медаль. З цього турніру. А можна докладніше, ну, куди? Я ставлю, да, 5 копійок. Вставляйте. У нас в спортшколі много ребят вже є, які на Європі займали місця, тобто привозили медалі. Вова за останнє время був в Хорватії. Ні, я був в Венгрії. А, в Венгрії. В Венгрії. В командному соревновании. В Венгрії в команді. Второе место занял. А вот. Ребята ездили в Хорватию, привезли 7 медалей. Ездили в Эстонию, привезли 2 медали. Ездили в Польшу. А це повністю одеська школа виїжджає, чи як збірна України? А це конкретно чи... одеська, да? Ні, я зараз говорю про одеситів, конкретно про одеситів. Мені просто не дуже зрозуміло цей, ну не те, що від спорту, як воно в Європі, ну якась є там європейська ліга, чи там чемпіонат Європи, як чемпіонат туди потрапити? Європи. Можете розказати, що треба зробити, щоб, там, який там, яка там, можливо, там головна там, ліга чи чемпіонат Європи? Хто тут куди потрапляє від там, України, чи там є, можливо, є якийсь там перший дивізіон, другий. Є чемпіонат Європи по возрастам. Є U13, U15, U17, U19. І по взрослим. Чемпіонат Європи, як би без возрасту, там йде тільки ограничення нижнє. В плані того, що молодші ребята не мають права участвувати в старших. Ми зараз готуємося конкретно з Вовою, готуємося на чемпіонат Європи U15. Він буде в феврале. Параллельно ему он будет проходить в Казани, параллельно ему будет проходить чемпионат Европы по взрослым. Тобто кілька чемпіонатів Європи в одном месте проходят, они проводят их параллельно, взрослый, безвозрастной и детский. Хто, окрім Володимира, нашого Колзаєва, виїжджає на такі змагання там, від України? Чи це єдиний представник з України? Ні, у нас від України є збірна України. Просто он один из представителей нашей сборной в следующем году будет. А як це вирішається? Є якась квота, щоб там не більше 5 людей, чи лише чемпіони виїжджають? Є квота на конкретний, буде 3 мальчика, 3 дівчатки. На старший чемпіонат України 2001, він буде в ноябрі. У нас є кандидат в зборну Маруся Каріна. Вона буде боротися за право вийти в зборну України. Там буде... По-моєму, 4-4. 4 мальчика, 4 дівчатки. Ось, до речі, заговорила про дівчат. Отже, відомо, на Олімпіаді у нас наша українська дівчина Марія Улітіна здобула дуже великих висот, я б сказав. Вперше в українському бадмінтоні, да. Після цього це якийсь, ви бачите, якийсь там поштовх для в розвитку нашого бадмінтону, вашого спорту? Конкретно ми ні, тому що вона з Дніпропетровська. Тобто всі лаври, відповідно, Дніпропетровську. Зараз... Ильинская, она, да, Ильинская, она второе место заняла на чемпионате Европы по Ю-19. То есть никогда не было, а тут раз-раз и начали выигрывать. И снова такие же девчата, так? Да, девочки. А почему девчата? А где же чоловіки? В Европе очень большой уровень, очень сложный, там достаточно высокая планка. В Европе во многих странах бадминтон – это отдельный урок в школе. То есть физкультура физкультурой, а бадминтон – это отдельный урок. Он наравне с математикой, языками и со всем остальным. Поэтому там...
Я хотів би перерватися на одну хвилину, ми подивимося ці змагання, а після того продовжимо нашу розмову. On the mountain, waiting on a train. Maybe I know what's wrong, and it still happened again. Waiting on my destiny, learning from my abilities. Ми продовжимо говорити в спортивній Одещині про бадмінтон. У нас є ще один тренер Дар'я Сибірякова. Розкажіть про вашу тренерську роботу. Як давно ви взагалі займаєтесь тренером? Іменно тренерством займаюсь второй год. Я вперше в Одесі набираю експериментальну групу малышей від 4,5 і 5 лет. В чому експеримент? В том, что бадминтон как вид спорта, он с каждым годом молодеет. Молодеет в каком плане? Если сейчас уже будет проводиться чемпионат Европы U13, то пару лет назад только с этого возраста начинали набирать в секцию бадминтона детей. Mm-hmm. Если сравнивать с азиатскими школами, то там уже намного больше идет оборот этих детей и больше идет отбор. Потому что с 5-летнего возраста их можно уже потихоньку готовить к следующему этапу подготовки, как уже таких профессиональных спортсменов. Вони в 4-5 років ще вміють взагалі тримати ракетку? Це ж така... Конечно, ракетка гораздо больше, чем сам этот маленький спортсмен. Это понятное дело, но основной упор мы делаем на развитие координационных способностей. Тренировки длятся около часа, это для таких маленьких детей вполне достаточно, поскольку дети сами по себе маленькие, они еще психологически неустойчивые, у них формируется организм, суставы еще не сильно сформировались, как для взрослого человека, поэтому тренировки носят скорее игровой характер. З елементами бадмінтону, звісно. Ви вже знайшли ось цю експериментальну групу, з ким будете Конечно, працювати? Звісно, да. Взагалі багато є охочих займатися цим непопулярним, на жаль, у нас в країні спортом. К сожалению, да, но это работает по системе цепи, наверное. Одни приходят, передают своим родителям, близким, и постепенно ребята приходят к нам в секцию. У меня в этой экспериментальной группе уже около 15 таких маленьких детей. Угу. Да, конечно, с ними работать непросто. Они все разные, разные по эмоциональному какому-то списку, разные по физическому развитию. Но, тем не менее, заинтересовать их можно. Ну, для мене це який, знаєте, такий більш дворовий вид спорту. Можна тренуватися просто під домом. Чи для вас конче необхідні якісь особливі умови? Ну, вообще бадминтон – это не дворовой вид спорта, он стал олимпийским с 92 года, и все соревнования проходят в крытых помещениях. Так. Поэтому это обязательное условие. Игры проходятся на кортах или на специально расчерченных площадках. У вас есть такие площадки? Конечно, в нашей спортивной школе есть ТЮСШ номер 5. Расскажи, где они находятся и как вас найти? Она находится по адресу Комарова 4А. Да, это единственная спортивная школа в Одессе, где есть секция спортивного бадминтона. И все, на все место, так? Ну, к сожалению, да. Да, спортшкола, да. Детская и мужская спортивная школа. А что робити тим, кто живе, перепрошую, на Котовського? Вот мы потихоньку... Развиваем клубы, то есть у нас работает секция на Дитрихсона, мы сейчас расширили время, то есть у нас теперь есть побладше группа, постарше, то есть у нас сейчас уже Таирова, ну и вот здесь вот в центре охвачено, есть возможность заниматься. В спортшколе вообще набирают деток вот от 5 лет
И тоже, наверное, где-то до 12 дети еще, бывает, приходят и стараются тянуться. И так же самое у Саши, где-то от 5-6 тоже берет. 4,5, конечно. 4,5 это рановато. Я так разумею, это только Даша готова на такие подвиги. До наступной программы уже будет 3. Я желаю вам удачи. Да. На жаль, час нашого ефіру вже завершується, але ще нагадаю, що ми в другій частині говорили про бадмінтон. Швидко нагадаю, з ким ви говорили, Володимир Кізима, Олександр Кізима, Ірина Білоус, Дар'я Сибірякова, також Володимир Колузаєв, чотиризовий молодий чемпіон України. Я всім бажаю вдалих стартів, перемог і більше дітлахів, які приходили до вас і займалися цим дуже цікавим, яскравим видом спорту. Я прощаюсь з усіма до наступної п'ятниці. Великих всім перемог. Бувайте здорові!